Productions. За решеткой. В ролях Джонни Месснер, Стейси Кич, Шарлотта Росс, Фрэнк Сайверо, Сэм МакМюррей и другие. Композитор Жюстин Брюне. Оператор Максимо Мунци. Продюсер Рэнди Поуп. Автор сценария Дэвид Росяк и Мэтью Чернов. Режиссер Брэдфорд Мэй. Эй, начальник, мне нужны настоящие соперники. Вы отлично справляетесь, мистер президент, как всегда. Президент, мы еще не закончили. Что? Вот так. Весь день. Мы можем заниматься этим весь день. Мне не нужна труба, это было бы нечестно. Ты запачкал кровью мою рубашку. Хотите еще? Хотите еще крови? Мы изучили всех новобранцев, сэр. Есть кандидаты, мистер Колсон? Всего один, но уверен, он вам понравится. Бурк Уайт, 35 лет, служил в морской пехоте. Замечательно. За что мистера Бурка взяли на этот раз? Он боец. Украл полицейскую машину и сбил двух копов. Сопротивлялся при аресте. Он мне уже нравится. Пусть и мистера Бурка навестят два моих любимых хулигана. Посмотрим, есть ли у него хребет. Да, сэр. Хребет. Просыпайся! Вставай! И все. Это все, на что ты способен? Он что, инструктор по гимнастике? Ну уже, начальник, найдите мне кого-нибудь получше. О, да. Эй!
Ты видишь эти слезы, Панк? Они символизируют души, которые я забрал на этом ринге. Да. Иди сюда. Посмотрим, на что ты способен. Вот это развлечение. Все нормально, Джен? Смотрите, кто к нам пришел, мистер Бург. И помните, джентльмены, пощады не будет. Начинайте. Я же говорил, что мы снова встретимся. А теперь приготовься к боли, ублюдок. Это все, на что ты способен. Тебе не ранить президента. Это длинный день в аду. Бург. Что ж, это конец. Все кончено. Я думал, мистер Бург способен на большее. Лучше и быть не может. Нет. Вот это по-нашему. Я запущу его к тебе, начальник. Лови! Думаю, нам стоит подсчитать потери, сэр. Пора закругляться. Я с ним согласен. Нет, это смертельный поединок. Кто-то должен умереть. Таковы правила. Держите семью здесь, Колсон. Все хорошо. Тебе меня не убить. Тебе меня не убить. Я президент. Как я уже говорил, я за тебя не голосовал.
Это за Лэнсера. Я О'Райли. Ты сукин сын.